Старожилово произошло двойное убийство. По данным следствия, 27 мая текущего года 43-летний житель рабочего поселка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился с топором на своих родителей. Сначала он нанес удары топором своему отцу, затем этим же топором он зарубил мать, которая также находилась в комнате. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте. Трагедия произошла в частном доме, в котором жили родители обвиняемого. Кораблинским межрайонным следственным отделом в рамках расследования уголовного дела по факту убийства двоих жителей рабочего поселка Старожилово предъявлено обвинение 43-летнему местному жителю. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, таких как убийство двух лиц, а также незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней. После того, как обвиняемый убил своих родителей, он отправился в комнату к своей 13-летней дочери. Мужчина заставил ее спуститься в погреб. После этого он закрыл крышку подвала и поставил на нее диван. Перепуганный ребенок в результате смог самостоятельно выбраться из заточения. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленник был задержан по горячим следам. По ходатайству следователя судом в отношении него уже избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме этого, по инициативе следователя с девочкой в настоящее время работают психологи. Расследование уголовного дела продолжается.